Шельф Охотского моря скрывает грандиозные запасы углеводородов. Но как в кратчайшие сроки освоить эти ресурсы, не повредив уникальную экосистему Сахалина? Именно для этого «Газпром» разработал особую программу обустройства Киренского месторождения – добычи газа при помощи подводного добычного комплекса. Глубина скважин – более 3 километров. Для обустройства месторождения были использованы 2 буровые платформы и 20 судов. Применена уникальная технология подводной добычи газа. Подводное месторождение построено на глубине около 100 метров. Состоит из газовых скважин, газосборного узла, трубопроводов и линии управления, которая связывает установку с береговым комплексом. На дне расположен подводный добычной комплекс. Проектный уровень добычи газа – 5,5 миллиардов кубометров в год. Общий вес подводного оборудования – более 500 тонн. Со дна газ поступает на береговой технологический комплекс, где проходит очистку и осушку. Все оборудование имеет 3-кратный запас прочности. Фундаменты некоторых установок – это бетонный монолит, который углублен на 9 метров. Этот комплекс может выдержать землетрясение силой до 9 баллов. Используется уникальная установка утилизации отходов. Сегодня Киренское, завтра Южно-Киренское и другие месторождения шельфа. Это газификация Дальнего Востока, ресурсная база для проекта «Владивосток СПГ» и выход на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Киренское месторождение. Передовые технологии освоения шельфа.